Очки Gucci за 1 евро. Очки Окли за 1 евро. Набрал серебришко за 20-ку. Вон Gucci сумка. Доброе утро, друзья! Испания, барахолочка. Сейчас начало 9-го, барахолка открывается в 9 утра. Я сейчас хочу приехать заранее. Так непривычно по-светлому ехать на барахолку в очках, потому что солнце уже слепит. Но по картам, по фотографиям Google Map, там прям серьезная барахолка, очень много продавцов. Поэтому отправляемся и посмотрим, что мы там сегодня найдем. Вот, мы уже подъезжаем. Это вот здесь вроде бы. Надо теперь найти место. Думаю, что где-то здесь можно будет встать. Сейчас посмотрим. Да, это не частная парковка, значит, здесь можно остановиться. Паркуемся. Так, смотрите, уже начинают раскладываться. Только-только. Но уже вещи разрывают. Здесь немножко товара, здесь. Ну, я думаю, что она вся будет занята. Ну, смотрите. Что здесь есть? Это отвертка. Электроотвертка. Ола. 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 Plata, plata, acero inoxidable, acero inoxidable, acero inoxidable. Can I look? Acero inoxidable. Esos son trabajos míos. Ajá. Такие вот колечки есть, смотрите. Серебро. Капрессио? ¿Cuál? Ese que has cogido. ¿Cuál? Ese te puedo dejar 25 mínimo. 5. ¿Eh? 5. 25. 25. Claro, plata, hermano. 20, plata. 25. 25, yeah. You speak English? Yeah, yeah. Yeah, right, because this is all silver, yeah. You know, and it's 925. So in Spain it's kind of a little bit different from London. Mm-hmm. In London it's I like your ring. That's yeah, yeah, yeah. What is that? Is that turquoise? Turquoise. Yeah, oh, have you seen those? Turquoise, it's really nice. How are you feeling? This is handmade by Carlos, all this mm-hmm. here. But this Indian is not handmade. You know, so all this, but you can see Carlos made like yeah, this. Yeah. I mean, look at that. Mm-hmm. And there's a mate. Oh, and that amber. That, that's sure. Este caballito. Este mm-hmm. otro caballito también. Esto es trabajo mío. La labradorita. Estoy cambiando para este expositor. Estoy cambiando porque este expositor ya está medio. Esto es acero, stainless uh-huh. y silver. Ok, gracias. Gracias. Ну слушайте, открытые люди. Пообщаться можно, так и язык быстро выучу. Так, а что здесь? Здесь вещи, да? А ну-ка, что по брендам? Кожаная куртка. Овощи, фрукты. Куча здесь есть. По 2 евро сумки. Книги. Кепки Стуси нету. Я хочу еще начать типа торговать вещами, потому что на вещах тут я смотрю много кто зарабатывает. Испания, Италия, много брендов. Будем разбираться. Вот техника.
¿Cómo va la batería? Кому была батарея? На батарею. Ничего интересного. Робот-пылесосы. Китайские какие-то. Блин, солнце светит, капец. О, смотри, мультибренд. Какой хочешь, напечатают. Этому надо быть внимательным. Но это только-только они начинают раскладываться, понимаете? Какой тут будет рынок? Огромный, посмотрите. Ну, смотрите, статуэтки фарфоровые. Ага. Gracias. Что здесь? О, тут что-то мелкое. Тут уже интересно. ¿Qué precio tiene? ¿Dices qué precio? Cualquiera, sí. Sí, para los frutos, precio, ¿qué precio tiene? Pues 30 euros. 30 euros, ¿no? Sí. ¿Qué precio? Este también. Esto. Que te cobro por esto. Te falta gasolina. 10 euros. No queda. De esto va quedando poco, ¿eh? Uno, ¿da? Sí. Uno, que quiera. Hay uno que es la llave. ¿Qué vale? O el martillo. Que no sé cuál de ellos, ¿eh? ¿A cuál? ¿Qué vale? Eso, 3 euros. Había uno que era el martillo, que no sé si a lo mejor lo vendí o me lo he dejado. Al ser de martillo. Mira, este es de martillo. Que es más original de todo, ¿sabes? A mí me da lo mismo. Ya sabía yo. 3 euros. ¿Dis? ¿Qué precio? ¿Ese? ¿Sí? No. ¿5? ¿Qué vale la dos? La dos. Bicicleta 35. Dos. Dame 3. Ok. Dame 3. Sí. Возьму за 3 euros. Gracias. Все, первая покупочка уже есть. Зажигалочка Marlboro. Надо разобраться, сколько они стоят. Dos. Out of 7. He wants to go for 10. 10 out of 10. No. The same 4. О, друзья, вы хотели барахолочку днем? Вот вам, пожалуйста. Все видно. Днем. Все, что хочешь. Орлы, сковородки. Все, что хочешь. ¿Qué precio? Dos. Копии. Ну, прикольные. Надо разобраться. Это тоже копии. Ну, возьму, попробую. Проверю. Что это? Uno. Очки Gucci за 1 евро. Нормально? Нормально.
Не, ну это все хорошо. Но где Nintendo Switch за $2? За 2 евро. Аптечка военная. Что здесь? Тоже куча очков. Оно не поймешь, китайская или тайская, правда? А? Мне там просто очень непонятно. Вон сумки. Луи Виттоны, Гуччи. Вот, пожалуйста, все есть. Блин, тут ходишь, и глаза разбегаются, в какую сторону пойти. И там интересно, и там интересно. Ух ты, смотрите. Пепси, Фанта, Кока-Кола, Махоу. Друзья, таких видео с барахолок будет очень много, так что не забывайте про подписку на канал и колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Часики. Кажется, что целый день можно ходить. Игра какая-то. И тут игрушки. Лис, капресо? Капресо? А мне капресо тиене. ¿Cuál? Ese lo tengo en 50. ¿Ah? Un Casio de acero, yeah. De los de antes, ya no lo fabrican, estilo buzo. ¿Qué hay? Ahí está en marcha y todo, voy a... 20, ¿ya? ¿Sí? ¿Eh? ¿20? No, ese lo tengo en 50. ¿Cuenta? Ese sí, ya 50. Es un reloj que no lo fabrican. Tiene a lo mejor los 20 años más. Uh-huh. De los de antes de acero. 50, es 50, ¿ya? Aquí. Acero inoxidable Casio. Ya los Casio son de plástico, no los fabrican de acero. ¿Te has pedido esto? Es el pido. 50. ¿Cuánto? Tú sabes que contigo, Miguel. 50 euros. Sí. Las veces, espera, ¿ves? Mira, mira lo que te he ido. 50 euros. ¿Cuánto же не стоит в интернете? 69 euros. Ну, за двадцатку бы их взять. Но тут каждый продает по своей цене. И это нормально. Кто-то дорого, кто-то дешево. Такую педаль взял от гитары за 5 евро. Сейчас посмотрим. Работает, интересно, или нет. Кожаная сумка, рюкзак. Gracias. Окей. Такие педали по 50-60 долларов продаются. Оригинал. Капресо? No, Pedro. ¿Qué precio? Ese 90. Pedro, la caja que vale, 90. 90. Es 90. 10. Yes. Okay. Pues Pedro, si new. Quiere. New. Nuevo. Nuevo. Mira. Uh-huh. Nuevo está. Ya, yeah, sí. Okay, gracias. ¡Esa no vale! Eso, los precios no le hagas caso. Eso es más barato. Sí, gracias. Ahí
Ну вот, уже что-то есть. И Nintendo, игры, и PlayStation. Алло. Вот, тут интересненько есть уже. Часики какие-то. Фигня. 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 Нету интересненького. Идем дальше. Алло. Наушники. Вот часы какие-то. Лоудс. Китайские. Это не то. Короче, я иду, и там конца даже не вижу. И вот с этой стороны еще. То есть тут надо раньше приезжать намного. Потому что вот только начало 10-го, а уже очень много продавцов, очень много товара. Здесь 100% можно найти что-то очень интересное. Вот малый себе велик купил. И я сейчас еще что-то прикуплю. Как же без этого? Вот, например. Кипрессио? Евро. Уно. Грасис. Вот бирюза за евро. Нормально? Нормально. С серебряным замком. Все ходят, смотрят, мелочью трусят в карманах. Прикольно так, атмосферненько. Скипрессио? Синко? Дос? Лево кон трес. Окей, си, си. Вот, наконец-то дошел до конца. Надо найти телевизор. Поставить. Или два. Чтобы в каждой комнате поставить. Или три, чтобы в гостиной еще поставить. Да, надо три телевизора. Задача выполнима, я думаю. И так, чтобы все три телека были плазменные, тонкие и до 100 евро за три. Ну, телевизоры, смотрите. Комод. Ну, тут и наши торгуют. Выучу испанский, тоже пойду торговать здесь. Ну. Лиска, прессио?
15. Sí. Working? ¿Qué? Нет, он не работает. 50 евро. Son las reloj. Mira por allí. Mira, mira en esta mesa. Vale, vale. Llevas años, pero esto es de montañero. ¿Esto que estaba aquí? Este no tiene compañero. Ahí puede ser que esté. Acá ya le ha. ¿Esta talla? Vale, 15 los dos. 15, 15. 15. Sí. 15. Es 10, sí, sí. 5. Ah, esa 10, no lo 10, it's 5. 5 and 5. It's 20. 20, 20. Gracias. Gracias. Так, набрал серебришко за двадцаточку. Нормально, нормально. Идем дальше искать. Друзья, купил только что очки Окли за 1 евро. Только тут не хватает этих вставок, которые стоят дорого. Но я потом покажу, сколько они стоят. Не помню точно. Покупочка хорошая. Взял чехол на iPod Emporio Armani за 50 центов, силиконовый. Ну, не из-за бренда, а чисто из-за чехла, чтобы можно было продавать дороже iPod'ы. Очков продается просто немерено. На любой вкус и цвет. Hello Kitty? Что это такое за плеер? Прикольно. Короче, тут продают все подряд. Я набрал боксов для кухни, чтобы там для сыпучего, для такого, мисочки. Вот. Ну, товаров просто уйма. Просто уйма. Вон Гуччи сумка. Копия, конечно же. И еще непонятно, как они относятся вообще к камерам и к съемке. Надеюсь, что нормально, орать не будут. Посмотрим. Короче, купил вот такой вот стол за 15 евро. Буду на нем готовить. Потому что там расположение кухни неудобное, поэтому надо что-то придумывать. Этот как раз по высоте отлично подходит. Вопрос, как его теперь дотащить. Хоть на колесиках. Поехали. Блин, а он сам в самом конце еще, блин, капец. Ладно, сейчас что-то придумаю. Короче, еле запихнул. Хорошо, что машина вместительная. Погнали дальше. Овощи, фрукты, очки, сувениры, тапочки. Тут уже все разобрали почти. Я уже разделся, потому что безумно жарко. Что тут новенького? Вроде пока ничего здесь. Надо туда вглубь идти.
Есть китайский магазин, все по евро. Детские игрушки. Давайте сюда, тут я вроде не ходил. Вяленая рыбка, посмотрите, сколько тут всего. Надо брать. Икорка. Даже попробую. Хорошая икорка. Это что? Какой прессио? Это 6 евро. 6. 6. А, it's... Борито? Бег. Quer una? Una. 20 para ti. Gracias. Все, рыбка есть. Можно поесть. Получается, икорку взял, две такие рыбки вкусные. И такую большую. Всего за 20 евро. Вот за что я люблю рынки. Можно купить все, что угодно. От бриллиантов до кровати. Опа, это что у нас? Нет, это не то. Я уже думал, что это что-то стоящее, но нет. Не в этот раз. Что тут по игрушкам? Антиквариат есть игрушечный? Вроде нету. Ну, что-то выкупают по игрушкам. Значит, что-то тут ценится. Столько разных тем, в которых нужно еще разобраться. Я, мне кажется, знаю только 1% из всех ценных вещей, которые пользуются спросом. Еще учиться и учиться. Молодой, зеленый. Еще все впереди. Еще найду свои бриллианты. Друзья, 11 часов, 21 градус, жарко капец просто. Так что погнали смотреть, что купил. Еще так прикольно смотреть, как они паркуются. Нет места, не проблема. Взял, подвинул заднюю машину и припарковался себе. Это прям в норме вещей у них. Капец. Стремно оставлять машину. Приходится ее прятать где-то в уголке, чтобы никто до нее не достал. Реально, вот на улице очень стремно, потому что уже второй раз вижу, как просто паркуется чувак. По чуть-чуть толкает заднюю машину. И себе паркуется, как ни в чем не бывало. Ну что, друзья, обзор находочек с испанской барахолки. День первый. Давайте начнем с моего любимого, с бирюзы, с серебряной застежкой. Пробы на ней нет, но я ее проверил, это серебро. Цена такой $50, я нашел ее в проданных, так что $50 в копилочку. Вот это ожерелье тоже с камешками, камешки натуральные, обработанные, с огранкой точнее. Все бусики, вся цепочка серебряная, стоят пробы, $50, даже от $50 в проданных на eBay. Данная педаль я нашел, я ее еще не проверял, но такая рабочая была продана от $70 до $150. То есть это прям шикарная находка, но я не знаю, тут ее надо чистить, потому что два регулятора тяжело ходят, а остальные два свободно. Скорее всего, ее продам на запчасти долларов за 20-30. Купил ее за 5, напомню, поэтому нормальная находка. Этот браслет у меня уже Васька забрала себе, поэтому не будем его учитывать. Вот это вот сердечко стоит $20. Нашел его на Amazon. Серебро, 925. Компас. Такой в проданных, это Made in Italy, был $30-$20. Тут немножко потрескавшийся браслет. Ну, $20 будет стоить. Зажигалка Marlboro. Я поменял тут кремень. Все четко, все работает. Такие зажигалки в проданных от $20 до $30, не больше. Если бы это была Zippo Marlboro, стоило бы больше $50.
Очечки Окли. Это оригинал. Bad Wolf. К сожалению, здесь нет накладок. Но такие в проданных в хорошем состоянии $70-80. Данные, я думаю, можно будет продать за $50, так как сами дужки продаются за $17. Линзы здесь сменные. Накладки можно поставить, они тоже продаются отдельно, поэтому $50 будет за них вполне достаточно. Как я и говорил, данная фирма дорогая, надо лишь узнать цену. И, друзья, джекпот. Я, конечно, это не ожидал, я думал, это паль, копия, но это обалдеть, конечно. Это оригинальные очки Gucci по всем номерам, по всем штампом. Здесь у нас надпись Gucci, модель 130, made in Italy. Здесь товарный знак, немножко стерт. Здесь модель, номер, все есть. Здесь выбит номер. Очки в хорошем состоянии, не в идеальном, потому что они немножко кривоватые, поэтому тут надо будет раскрутить, немножко их подправить. Для чего? А для того, что продать эти очки минимум за $150. Потому что такие в продаже от $150 to $250. В проданных такие были $150. Вот это джекпот. Это, я понимаю, съездить на испанскую барахолочку, друзья. А что же с моим столиком, вы спросите? Я его как только занес, у меня его уже отобрали под свои нужды. Поэтому будем бороться за него, чтобы я на нем готовил. Ну, посмотрим, где он пригодится больше, там его и оставим. Потому что стол качественный, деревянный. Поверхность надо будет зачистить. Может быть, покрасить ее в черный. Посмотрим. Но стол очень удобный, на колесиках, напоминаю. Всего 15 евро. Друзья, испанская барахолка. Много чего интересного. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. И до новых встреч. Дальше будет еще интересней. Подписывайтесь.